Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам покажу билд, который чересчур имбовый против последнего босса, который называется Зверь Элдена. Нашел я этот билд на канале Lucky Bastard. Основа этого билда — это кинжал Огненный Мизерикорд с пламенем рыжегривых. Также каменный щит с отпечатками, который можно сделать святой без навыка, но у меня просто без навыка. Этого было вполне достаточно, билд чересчур мощный. Дальше шмотки одеваем таким образом, чтобы они защищали лучше всего от святого урона. Я мог бы одеть еще лучше, но они были слишком тяжелые. Талисманы следующие. Осколок Александра улучшит наши навыки. Талисман кинжала усилит критические удары. Талисман дракона святого древа защитит нас от святого урона. Амулет с огненным скорпионом усилит урон огнем. Бодрящий аромат защитит нас от одного удара. Также повышает силу атаки союзников. Фляга с чудесным снадобьем следующая. Плавленная треснувшая слеза. Опять увеличиваем урон огнем. И скальная треснувшая слеза. Повышает вывод из равновесия. Босс будет терять равновесие буквально с пары навыков нашего мизерикорда. В общем и целом получается, что максимально защищаем себя от святого урона. Повышаем шансы вывести из равновесия врага и увеличиваем огненный урон, которым мы и будем в основном пользоваться с нашего мизерикорда. Также еще было использовано две молитвы. Пламя даруй мне силу, которая увеличит наш урон и урон от огня. И божественная защита, которая защитит нас от святого урона. У меня была всего лишь одна печень там какая-то засохшая, которая тоже улучшает нашу защиту от святого урона. И как вы понимаете, с первой же попытки я этого босса и прошел. При этом было много ошибок. Против первого босса я не уворачивался от его атак. Против второго босса я забыл взять с собой больше банок маны, и я просто его заковырял дрючком. Этот билд чересчур сильный против этого босса. И если вы хотите с легкостью пройти, просто одевайте эти шмотки. И как попало, сикось-накось, криво, у вас все получится. Может быть, не с первого раза, но получится, поскольку это супер легко. Немножко нужно запомнить атаки врагов, как от них уворачиваться, когда там ставить щит на блок, чтобы защититься. К слову, щит очень мощный, он прям хорошо защищает. Единственное, что от зверя Элдена не защитит, когда он пускает свои лучи желтенькие, они сверху в вас падают, щит не поможет, поскольку они вам по башке бьют. А так, в общем и целом, последние боссы с правильно подобранными билдами вообще супер простые. И почти все боссы в игре очень сильно страдают от больших щитов. В любой непонятной ситуации я ставил большой щит, и он всегда помогал. Конечно, есть еще билды, которые легко побеждают боссов магические. Там буквально чуть ли не с одного скилла боссы улетают. Такое тоже есть, но я не любитель играть магами. Но это все вкусовщина. Хорошо, что и то, и это работает. Из последних боссов мне очень сильно понравился босс-файт с королем драконов. С него тоже прикольный меч выпал. Каменный меч короля драконов. Он очень хорошо сочетается с большим щитом. Прикрываешься щитом и просто тыкаешь врагу в лицо. Простейший геймплей и скилл прикольный, красивый. Уровень у меня, кажется, 161 был, когда я пришел к этому боссу последнему. Поскольку я пока сюда шел, победил всех боссов, которые на карте есть. Вроде бы я не пропустил никого, кроме друида или шамана, как он там называется, который ест корешки смерти. Я его накормил там уже целой пачкой корней, он все так что-то ничего не хочет. Видимо, он у меня мирный. Хотя уже я ему дал корней больше, чем ему надо. Видимо, потолстел, и ему теперь лень драться. Хотя один раз я ему люлей дал, и он пошел отдыхать, вышел из будки и сидит теперь сзади там, грустит. Ну да ладно, пишите в комментариях, какие билды вам помогли пройти последнего босса, какой уровень у вас был, когда вы его проходили, и помог ли вам этот билд пройти босса. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.